Здравствуйте! Сегодня я приготовлю шоколадный крамбл со сливами. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! У слив удалить косточки и нарезать на небольшие кусочки. Вместо слив можно использовать другие ягоды или фрукты. Добавить сахар по вкусу, корицу по желанию и крахмал. Я использую картофельный. Перемешать до однородности. Форму смазать сливочным маслом. Выложить сливы. Цельнозерновую пшеничную муку соединить с какао-порошком и солью. Добавить сахар. Ванильный сахар, овсяные хлопья и любые орехи. Я использую миндальные лепестки. Добавить сливочное масло. И растереть в рассыпчатую крошку. Выложить сверху на сливы равномерным слоем. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 35-40 минут. Слегка остудить и подать. Ссылка на рецепт порционного крамбла в описании. Лучше всего подать с шариком пломбира. Сочные ягоды идеально сочетаются с хрустящей песочной крошкой, а мороженое придает неповторимый вкус. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита!»